super oferte de la companiile Arax și Zebra TV. Conectează-te la internet și televiziune digitală și beneficiază de 5 luni gratuit. La colectarea unui singur serviciu, beneficiezi de 2 luni de abonament gratis. Pentru detalii 022 838 000, website-urile arax.md și zebra.md. Da, a fost un meci foarte greu pentru ambele echipe, dar și noi și FC Tiraspol au vrut foarte mult să învingă astăzi. Ne-am stăruit, am avut ocazii și noi și ei. Eu să cred că rezultatul este unul care l-a meritat și noi și adversarul. Nimeni n-a meritat victoria și nimeni n-a meritat să piardă astăzi meciul. Sunt foarte mulțumit băieților pentru prestarea lor astăzi în teren, necătând la niște probleme care le avem, dar în orice caz au demonstrat că sunt bărbați, sunt fotbaliști și le mulțumesc foarte mult. Totuși aș vrea să spun și un mesaj către fanii noștri, le mulțumesc și lor pentru susținerea care o avem. Nu ne ajung în deplasarea ei, da? Și îmi pare rău că sunt primite așa decizii, că se întrezică fanilor să vii la fotbal. Cu fanii trebuie de lucrat, dar nu trebuie de interzis. E părerea mea și părerea băieților echipei. Și nu avem prea mulți spectatori la fotbal. Astăzi s-a văzut două meciuri în același timp și nu prea avem foarte mulți spectatori și încă mai interzicem cuiva. Asta e problema, e părerea mea. Вы в Катер Аспель гораздо богаче атакующий потенциал. Вы довольны тем, как сегодня действовала ваша оборона? В принципе, не пропустили, там, за исключением некоторых моментов по марке были, потому что не на своих позициях играли некоторые футболисты. Первый раз играли в таком сочетании в обороне. Для первого раза нормально, да. У нас вратарь выручил, натуренный вратарь. В принципе, я доволен всей командой, как она отыграла в обороне. Чуть-чуть, конечно, большего хотелось в атаке, но учитывая, что очень тяжелое поле, и наши быстрые игроки не совсем их преимущество скорости нивелировались за счет этого поля, то есть тяжелого. Рассчитывали больше, конечно, на быстрые атаки, на наших быстрых игроков, на Деда, на Пысла, на Мане, к сожалению, застревали на этом поле и не смогли показать свои лучшие качества в атаке. Но в то же самое время создали несколько моментов. В принципе, я еще раз повторяю, я считаю, что результат закономерен. Хотелось, конечно, выиграть, чтобы приблизиться, но такова ситуация сегодня. Такого осторожного в тактическом плане Русна кому не видели даже в Рыбницке из Кристаль. А когда команда будет более активно вести себя у ворот соперника? Я думаю, что с выходом на нашу главную арену, где поле позволит, мы будем играть по-другому и агрессивнее, потому что, в принципе, игроки для этого есть. И вы совершенно правы в плане том, что сегодня были мы осторожны, учитывая наши кадровые проблемы. Мы постарались сегодня сыграть вторым номером, закрыть сильные стороны соперника, который играл в три нападающих, очень трех сильных нападающих. Поэтому попытались нивелировать это все компактностью нашей. В то же время количество нападающих никогда не говорит о том, что атакующий футбол или не атакующий демонстрирует команда. В принципе, я думаю, что опять повторю, наверное, равная игра, никого не могу обвинить. Спасибо.